geriye biraz daha. İki fıstık dondurma. İki top. İki top. Baş harika. Topu demeye açık. İki top. İki top. Baş harika. İki top. Evet. Tamam. Dondurmanız geliyor. Başka bir isteğiniz var mı? Başka bir şey yemek? Herkese merhaba. Всем здравствуйте. Меня зовут Анна Ракаева, и я преподаватель турецкого языка. Живу я в Турции, живу я в Стамбуле, но сегодня не об этом. Turkish.com – школа турецкого языка, одна из самых лучших во всем мире. Но сейчас не об этом. Сейчас вопрос номер один. Звучит он так. Аннушка, Анна Ракаева, расскажите, пожалуйста, как проходит разговорный клуб и как в него попасть, собственно говоря? Отвечаю на этот вопрос сразу. Для этого я и записываю это видео. Разговорный клуб стартует 1 числа каждого месяца. В разговорном клубе программа рассчитана на месяц, на 30 дней. Что это? 4 недели насыщенного, интенсивного прокачивания и изучения 8 лексических тем, которые посвящены определенному объекту, определенной теме. 8 лексических тем. 2 темы прорабатываем в неделю. У вас каждую неделю новый партнер. Работа в группе заключается в том, что вы после того, как прорабатываете тему с партнером, под моим руководством, какие слова, обороты, времена забыли, не знаете, всегда вы меня об этом спрашиваете, я вам помогаю. Прорабатывайте таким образом 2 темы и присылайте на проверку строго в отведенное время дедлайна. В конце недели, обычно это воскресенье, либо в 12 часов, либо в 2 часа дня, смотря где вы находитесь, я уже контролирую по группе, потому что у нас есть студенты с Англии, с Сахалина, с Испании, с Америки, и, естественно, у всех разное время, и мы стараемся в одно время договориться. Что происходит в воскресенье? Целый час онлайн в Зуме мы встречаемся полной группой с носителем языка и тренируем, оттачивая эти 2 темы, которые вы прорабатывали за неделю. Естественно, под чутким наблюдением и контролем. Не только меня как преподавателя, но и носителя языка, который с нами вместе работает весь этот месяц. Атмосфера, передать, что она переполнена эмоциями, это не сказать ни о чем. Атмосфера всегда очень насыщенная, эмоционально заряженная. Иногда новички боятся первые 2 недели раскрепоститься, и из-за этого просто могут слушать просто в разговорном клубе, что говорят другие. Но уже поверьте, после первого такого занятия, у нас их 4 занятия в месяц онлайн, где мы все вместе встречаемся, вы понимаете, что да это же легко, это совсем не сложно, потому что за целую неделю вы эти темы прорабатываете. Допустим, тема в аэропорту. Вы ее уже проработали с партнером, составили диалог, уже даже прислали обратную связь, мы ее проверили. А в воскресенье в Зуме мы новые ситуации проигрываем. Оттуда вы можете брать те слова, которые выучили на протяжении недели. Таким образом, разговорный клуб рассчитан на 1 месяц, прорабатывайте 8 лексических тем. 4 раза в месяц мы встречаемся с вами в Зуме, занятия целый час с носителем языка и со всей группой, со всей нашей командой. Каждую неделю у вас меняется новый партнер. Последняя неделя обычно у нас не парная работа, а работа в мини-группах, где вы должны сгруппироваться и проработать диалог уже, допустим, с тройкой людей. Самое важное, что весь материал, который я даю вам в PDF-формате, вы можете себе его распечатать уже вперед, и таким образом можете не останавливаться. Материал вы прослушаете в аудиосообщениях каждую неделю, новые слова и выражения, которые даются,
носителем языка. Но, естественно, вы этот материал можете слушать в наушниках где угодно. Есть PDF-формат, который вы распечатали, и есть материал в наушнике. Этот материал остается у вас даже после того, когда разговорный клуб заканчивается. Поэтому присоединяйтесь в наш разговорный клуб. Каждый месяц места ограничены. Уже на декабрь месяц осталось одно место. Многие записываются заранее, уже на февраль, на март. И даже есть на апрель месяц те, которые записались. Поэтому не теряйте времени, не теряйте возможности. Стоимость $35. Стоимость очень демократичная и, мне кажется, абсолютно всем доступна, тем более с таким базисом материала. Но здесь хочу я также сказать, что я не беру тех, которые только-только ступили первые шаги на пути в турецкую среду. Хотя бы уровень А1, настоящее прошедшее время, вы должны уже владеть ими как минимум точно. Поэтому принимайте решение правильно, приходите в разговорный клуб. Он работает каждый месяц 1 числа. Записаться очень просто. Найдите меня в Инстаграме Анна Ракаева, отправьте мне свою заявку и участвуйте в разговорном клубе. Если у вас остались вопросы, пишите внизу под видео. И сейчас напоследочек я хочу вам показать, как проходит работа именно у нас в группах. Смотрите, я открываю сейчас нашу группу. Конушма, клубю нашу группу Касым Айында. Да, и смотрите, что у нас здесь с вами происходит. Итак, допустим, мы возьмем с вами предыдущую неделю. Как у нас проходят новые пары каждую неделю? Ссылка на Zoom каждую неделю, ссылка на Zoom новая. И вот, допустим, у нас диалог, который прислала нам одна из пар. Евгения прислала. Что-то долго грузится. Давайте, потому что большие варианты. Итак, пока у нас прогружается, мы с вами немножечко подождем. Диалог Анлатмак из Киорус. Сеха. Лекшамаджины, Паятнасов Гидио. Güzel, sokak lajı, tarih dolayı böyle. Sana göre yaz tatil mi ya da kış tatil daha iyi? Да. Итак, это один из вариантов, которые присылали девчонки. Вот у нас можно и не созваниваться, в принципе, в WhatsApp, а можно просто сделать скрин экрана со своим... İyi akşamlar, hoş geldin, nasılsınız? İyi akşamlar, hoş bulduk. Ben çok iyiyim ama biraz yorgunum. Sen nasılsın? И также каждый выбирает свою форму, как хочется ему прислать. Либо в голосовом сообщении, либо в Zoom созвониться с партнером, либо прислать, допустим, просто скрин с экрана, но обязательно нужно проговориться. Günler, affedersiniz. Yanına oturabilir miyim? Bu restoranı çok beğendim ama boş masa kalmadım. İyi günler. Evet, tabii ki. Buyurun. Итак, основная задача – это осознать, что все мы с вами прорабатываем абсолютно со всеми. Если у вас есть желание, вы хотите говорить, но боитесь, приходите в разговорный клуб. И я обещаю, что вы будете бороться со своим желанием не говорить в позитивную сторону.